Привет, ребят. С высоты птичьего полета смотрю. Мы с вами зашли в торговый центр. Самое интересное, что с одной стороны по ступенькам нужно идти, а с другой стороны эскалатор. Красивые ступеньки. Ой, ой. Так, что у нас? ДНС, Эльдорадо. Подожди. Вот магазинчики, ребят. Это небольшой торговый центр возле метро. Давно здесь не была. Ну, дай пройдусь. Что здесь? Я же раньше работала в том числе и продавцом мужской одежды, женской одежды. Здесь еще и одна сумка там наверху. Кари обувь. Второй этаж. Это менеджером работала, не знаю, администратором работала в ресторане. Работала в фирме, которая занималась тренинговыми программами. Тренинговыми программами. Да, это была классная работа. Тренинги мы проводили. Супер работка была. Я пришла устраиваться на работу, и вакансии две было. Администратор и замдиректора. И я пришла на администратора. Прохожу собеседование, там еще несколько человек. В коридоре мы ждали на стульчиках. Вот нас по одному приглашали, проводили беседу. И я на администратора претендовала вакансию. Потом нам на следующий... И нам говорят, мы вам позвоним на следующий день. На следующий день звонок. Елена, добрый день. Мы рады вас пригласить к нам в... нам в компанию на должность замдиректора. У меня такая раз такая немая сцена от неожиданности. Потому что я думала, сейчас скажут, ну, на администратора. А она, ну, замдиректора. Я раз так немая сцена. Она, вы что, не хотите? Я говорю, да нет, я хочу просто. Слегка неожиданно. Нет, мне очень приятно. Она, все прекрасно, приходите завтра на работу, там, сколько, не помню, в 9, наверное. Ну, все, вообще классная команда такая была, директор у нас. Очень пробивная, умная, интересная. Даже не знаю, как назвать, эрудированная женщина. Была вообще класс. Команду хорошую она подобрала. А девочку, которая шла на замдиректора, она ее взяла администратором. Так потом выяснилось. Она тоже с нами ездила на тренинги периодически. Готовили тренинги, проводили тренинги по всей стране. Даже не стране, а СНГ. Была очень интересная работа. Потом, я уже рассказывала, потом нашего директора забрали, пригласили в Москву. Она нас тоже приглашала. Она говорит, Лен, давай, я заберу тебя тоже в Москву. На тот момент я не могла. И ребенок маленький был. Совсем еще. Тут-то все рядом, и садик, и все-все-все было. А в Москву там... В общем, на тот момент я решила, что нет. Не получится. Она молодец. Значит, до сих пор все у нее круто. Она уже в Москве. Открыла фирму свою. И даже не в Москве она живет, а за границей. Не офисы. Везде. И в России, и в Украине, и в Израиле. Еще где? По-моему, в Америке. Ну, такая история. Так, ничего, мы зашли, прошли. Нет. Просто посмотрела. Ничего такого, чего бы мне хотелось увидеть. Ладно, выходим с вами, ребят, на улицу. Гусарик, гусарик, милый. Ой, эти дни у нас пасмурно, с периодическим дождиком. Просто так, ребят, гуляем, просто так.
вышла по делам. Вон бабульки сидят возле метро. Вернее, уже дела сделала, иду домой. Надо что-то купить покушать. Что-то купить покушать. Возле метро всегда лоточки, лоточки. Малина 200 рублей. Уже подешевле. Дешево было 400. Эти ягодки. В общем, классно. Ой, сколько голубей. Сколько голубей. Фу, тут пыль какая-то. Так, мне по какой стороне лучше идти куда-то? Куда мне надо? По этой или по той? Нет, наверное, по этой. Ну все, ребятушки. Зарисовочка маленькая. Вот там бабулька стоит, что-то продает. Что-то продают. Торговый центр. Хорошего дня, хорошего настроения. Что у нас в кинотеатре? Гости из космоса. Дитя тьмы. Мия и легенда. Так, новинки Голливуда после долгого счастья. Ночной режим. Павел Табаков. Вот мне, кстати, Павел Табаков нравится, как играет. Сын Табакова. В каком фильме я его видела? В общем, в каком-то фильме я его увидела. Сначала так скептически отнеслась. Думала, ну знаете как? Сын известного папы и мамы. Наверное, его там помогли ему. И все такое. А потом смотрю этот фильм. Мне понравилось. Так, что это у нас? Челюсти столкновения. Ой. Нет, челюсти тоже не хочу. Все одно и то же. Зашла с вами на вынос. Кинотеатр. Что сейчас? Днем ничего нету какие. Пойдемте посмотрим. Я вообще не знаю, зашла так. Время 2 часа, что ли. Ой. Даже не знаю. Когда сеансы. Все, выключено. Показать вам один из кинотеатров. Это не такой небольшой. Небольшой кинотеатрик. Так. Тишина, сеансов нет. Смотрите. И, наверное, ждут зал. Залы. Кафешка. Как мило все. Здесь елочку ставят. Вот здесь обычно елку ставят. А вот, слушайте, а куда кассу? А, кассу перенесли. Мы как-то были в этом кинотеатре. 3000 лет желаний. У нас 8 сентября. Не знаю, что вот сегодня, что посмотреть. Даже не знаю, 25-го. Какие-то такие все не впечатляющие для меня названия. Как мило. Там город. Ой, надо побежать. Знаете, что тут дождь начнется. Сейчас я вам пройду, просто покажу. Видите, направо что-то. Залы. Кафешечки. Кафе кино. Третий зал что идет, наверное. Вон дойдет Барбоскины. Календарь. Может посмотреть с Павлом. Или он еще в рекламу только на него. Мультики сплошные. Мультики сплошные. Зал. Второй. Мы, кстати, вот в первом зале были. Ой, здесь столики, кафе. Кафе было. Тут столики были. Ну, посмотрим, что здесь у нас. Красная шапочка. А, это что будет? С 22 сентября. Это с 15 сентября. Никогда не знаешь, кто стоит за дверью. Так, Владимир Сычев. Начать сначала. Начать сначала. С 8 сентября. Ну вот и все. Зал закрыт. Хотел сказать, показать вам зал. Зал закрыт. А, фильм идет. Что за фильм? Ага, слышу фильм. А что?
Ух ты, как круто, слышите? Класс! Ух ты, сходить что ли? Ну, правда, не знаю, мне как-то не впечатлил. Не впечатлил репертуар Пепси. Красная шапочка. Юрий Чурсин, Алексей Серебряков, Таисия Калинина. И тут идет фильм какой-то, слышь, музычка. Вышка. А что такое вышка? А, скоро в кинотеатре. Только не поняла, какие фильмы сейчас идут. Календарь. Ладно, ребят. Во всех залах идет сейчас фильм. Ага, вот, наверное. Вот можно посмотреть сегодня. Так, быстрые пули. Ой. Доктор Стрэндж. Барбоскины, Миньоны, Любовь и Гром, Челюсть, Вышка, Элвис, Гостья, Ночной. А, на 22, это поздно, я не хочу, это поздно. Ночной режим. Дитя тьмы. Ой, мир юрского периода. Топган. Ладно, ребятушки, пойдем. Что-то вдохновение не пришло на фильм. Все, пойдем, друзья. Маленькие зарисовочки по Петербургу. Огонек. Огонек. Мои лисы. Горит. Горит, горит огонек. Смотрите. Колбаска, паштет, рулеты с говяжьей печенью. Это мяско хочется, ребят. Мы в магазине «Колхоз». Называется магазин. Тут вот, смотрите, есть свежее мясо и пироженки, и колбаска. В общем, все есть. Рулет венский. Лопатка люкс. Может, лопатку взять? Шинка. Или шинка была вкусненькая. Тверецкая. Что-то надо взять, ребят. Ну, тут вот видите, овощи, фрукты. Помидорки. Огурцы. Курица зарезная. Холодец застольный. Колбаска. Колбаска, колбаска. Так, ладно, ребят. Сейчас что-нибудь выберем. Блины с яблоком 296 килограмм. Оладьи с пылу жару 296. Блинчики с пылу жару 249.